В Западно-Казахстанской области порядка 120 ресторанов и банкетных залов не имеют возможности для работы. Ограничительные карантинные меры запрещают проведение любых массовых мероприятий. Аким региона Гали Искалиев на заседании оперативного штаба предложил предпринимателям отдать помещения под кружки и спортивные залы. В ресторанах тишина. И такая атмосфера здесь царит уже год. Предприниматели не раз возмущались ограничительными мерами и проводили переговоры с представителями департамента санитарно-эпидемиологического надзора. Но здесь опираются на решение главного санитарного врача республики. В случае ухудшения ситуации по коронавирусу карантин усиливается. Аким области Гали Искалиев предложил рестораторам выход из тупиковой ситуации. Взять в аренду эти помещения и платить какую-то фиксированную плату. А мы в этих помещениях будем открывать необходимые для государства объекты. Это спортзалы или определенные кружки внешкольные и так далее. Или второй вариант – это когда предприниматели сами будут открывать эти спортзалы или кружки, на рынке работать, получать коммерческий доход. Мы как государство можем какую-то часть доходов им обеспечить за счет государственного заказа. В палате предпринимателей отметили, что решения об усилении карантина принимаются на республиканском уровне. Местные санитарные врачи не в силах их отменить. Рестораторы, в отличие от других сфер бизнеса, действительно находятся в тяжелой ситуации. Выход один – искать пути переформатировать бизнес во время карантина. Если мы говорим о 120 банкетных залах, то на сегодня можно говорить только о 10%. Таких объектов, которые переформатировались, например, в электротовары, в детский дом творчества, супермаркеты. Они находятся у нас в городе, работают. Но не каждый банкетный зал это может сделать. Примеры есть. В бывшем банкетном зале Уральска сейчас открылся супермаркет. Но предприниматели заявляют, что этот бизнес несет убытки, мешает большая конкуренция. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.